И наряд. Он и весит 6 килограммов, поэтому выступление Алены это была не такая простая работа. На очереди представительница Молдовы Алена Мун. Несмотря на молодость, она, кстати, уже участвовала в Евровидении тогда, когда Молдову представлял Павел Парфений. Алена тогда была бэк-вокалисткой, а теперь музыканты поменялись местами. На этот раз Павел аккомпанирует Алене на рояле. Настоящее имя певицы Алена Мунтиану, отсюда и псевдоним Мун. Родом из Кишинева, участвовала в молдавской фабрике «Звезд-2», заняла там 3-е место, потом с коллегами по фабрике создала группу «Thumbs Up», потом группа распалась, но это всего лишь этапы большого пути молодой, талантливой артистки. И вот теперь еще одна ступенька в ее карьере – это песня «Оме 1000», написанная Павлом Парфением в исполнении Алены Мун здесь, на Евровидении, в первом полуфинале. Soare ce ploi se nasmi de culori, dar noi vedem doar nori. Amintim despre noi, înșirat am pe voi, apoi l-am distrus amândoi. Între soare ce ploi se nasmi de culori, dar noi vedem doar nori. Amintim despre noi, înșirat am pe voi. Перед выступлением Алена Мун говорила, что ее самый большой страх – это упасть с этого подъемника. Как вы понимаете, именно здесь сценическая машинерия сделала чудо.